Я использую слово «эгоист» в книге про быть эгоистом, значит, в следующей логике. Я говорю, что мы все имеем какие-то свои интересы, да, и эти интересы могут быть продиктованы как нашей подкоркой, так и нашими социальными ролями. Да? Вот. И я рассказываю, что ну, хотим мы или не хотим, мы будем их придерживаться. И я говорю, что, дорогие друзья, очень хорошо, но давайте вы как бы посчитаете, что будет после того, как вы придержитесь. И если то, что будет после того, как вы придерживаетесь этого своего эгоизма, всем будет хорошо, вы здоровый эгоист. А если вы после этого сами страдаете, это беда и негативизм. Вот, поэтому, если хочешь быть хорошим эгоистом, не требуй от других, чтобы они соответствовали твоим ожиданиям, да? А сначала пойми, как с ними взаимодействовать для того, чтобы тебе было хорошо.